Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео у нас снова распаковка бумажных сюрпризов. А также у нас сегодня вот такой новый адвент-календарь с дракончиками. На нем нарисован вот такой большой желтый дракон. Дракон — это символ следующего года, 2024 года. Этот рисунок получился очень прикольным, мне он очень нравится. Здесь я использовала очень много белой ручки, чтобы передать как бы эту новогоднюю атмосферу, фейерверки, снежок. Здесь у нас 8 ячеек, как я уже и говорила, и сегодня мы откроем первую, здесь как раз циферка 1. Я очень надеюсь, что вам понравится эта коллекция с дракончиками, они получились очень милыми и прикольными. И здесь нам попался вот такой вот миленький дракончик. Это снежный дракончик, наверное, потому что он голубенького цвета. Он одет в розовый свитер и шапочку, и держит в руках вот такой вот маленький подарочек. Первая страничка у нас вот такая красивая со звездочками и с новогодними колпачками. Мне очень нравятся эти звездочки, они так мило улыбаются. И здесь написано Merry Christmas. А на следующей страничке написано Holly Jolly. Это означает пожелание радостных праздников, радостного Рождества. Холли — это символ Рождества, веточка астролиста, которая у нас вот на этой страничке. А Джоли означает радостный. Начинаем клеить мы с первой странички, без номеров, но по порядку. Приклеим мы его, давайте, вот сюда. Ну и вот наш адвент. Мы уже открыли первую ячейку, сегодня мы откроем вторую. И здесь вот такой вот дракончик, это, наверное, девочка на снегоходе. Клеим их без номеров. И приклеим мы ее, давайте, вот здесь вот. А сам адвент-календарь у нас вот. Здесь мы открыли две ячейки, первую и вторую. А в этом видео откроем третью. Здесь красивый большой дракон. И здесь нам попался дракон, который выглядывает из-за чашки с горячим шоколадом. Четыре дракончика на одной страничке и на другой. Этого мы давайте приклеим вот сюда. Так, мы сегодня, получается, должны открыть четвертую ячейку. И спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайки, ведь это всего лишь секунда вашего времени, а моему каналу это очень поможет. И здесь нам попался вот такой миленький дракончик карамельный. У этого дракончика карамельные ушки, крылышки и даже хвостик. А еще в руках он тоже держит карамельку. Ну и приклеим мы его вот сюда. И вот мы заполнили эту страничку. Следующих дракончиков будем клеить уже на этой. Откроем мы сегодня пятую ячейку. А здесь нам попался дракончик, который выглядывает из венка. И вот эта коллекция, первую страничку мы уже заполнили. И теперь перейдем к следующей страничке. Клеим мы этих дракончиков просто без номеров. Ну и вот, собственно, наш адвент-календарь. Давайте откроем эту шестую ячейку. Здесь циферка 6 прямо на крылышке дракончика. И вот такой вот здесь нам попался дракон с бенгальским огнем. Приклеим его, давайте, вот сюда. Он, кстати, еще чем-то похож на гномика. У него такой смешной колпачок. Ну а теперь давайте откроем седьмую ячейку нашего адвент-календаря с дракончиками.
Плохо открылась эта ячейка, но вроде сохранилась. И здесь у нас вот такой зеленый дракончик, который в руках держит пряник. Приклеим этого дракончика, давайте вот сюда. Мне пока что больше всего нравится этот дракончик. Ну а теперь занесем в кадр наш адвент-календарь и закончим эту коллекцию. Восьмая ячейка, прямо номер 8 на шарике. И здесь у нас очень миленький дракончик, белый, с красными крылышками. И он попивает кофеек. Ну или, возможно, это горячий шоколад, а еще тут сердечко. Вот так вот у нас получилось, вот такие у нас здесь дракончики. Давайте еще раз посмотрим на эту коллекцию. И вот наша первая страничка, здесь мне очень нравится вот этот дракончик и вот этот. Ну и вторая страничка, здесь написано Холли Джоли, пожелание хорошего Рождества. Здесь мне больше всего нравится этот дракончик и вот этот, которого мы только что открыли. Ну и это были все сюрпризы на сегодня. Спасибо за лайки и подписки, спасибо за просмотр, всем пока!